Отключение света всегда равносильно катастрофе. Для того, чтобы работы по предотвращению аварий, связанных с электропитанием, проходили слаженно и быстро, в Ленинском районе состоялась совместная тренировка оперативных служб с акцентом на согласованность действий. На заседании штаба по проведению противоаварийных мероприятий глава Ленинского района собрал представителей МОЭСК и Мособлэнерго, руководителей и специалистов районных учреждений. Я убежден, что каждая служба знает, как нужно действовать в той или иной ситуации, но совместные учения, да, совместные тренировки, они дают некий такой слаженный задел. На пульт диспетчерской службы пришла информация о технологической аварии. Программой учений были определены конкретные точки, на которых произошло отключение. По легенде, условное обесточивание коснулось 40 социально значимых объектов, а в жилом фонде без света осталось 12 770 человек. Для выполнения ремонтных работ был привлечен необходимый оперативно-ремонтный персонал, а к месту аварии прибыла передвижная электростанция. Когда мы развернулись и когда подали электричество? 11:55, последний абонент был забит. По итогам было отмечено, что общесистемные тренировки и совместные учения позволяют выявить и устранить слабые места, а значит, повысить оперативность и слаженность совместных действий в условиях чрезвычайных ситуаций, чтобы максимально минимизировать последствия технологических нарушений для потребителей. Я считаю, что задачу мы выполнили, проведя такую тренировку. Мы абсолютно четко можем говорить о том, что жилой фонд, объекты социального значения, детские сады, школы, поликлиники у нас под надежной защитой, и сбоев в электрической энергии мы не боимся.